Вы смотрите новости онлайн. На главном железнодорожном вокзале Риги вчера случился переполох. В 17:30 в вагоне фирменного поезда «Латвия Экспресс» в Москву выезжала Алла Пугачева в сопровождении мужа Максима Галкина и верной подруги Алины Редель. Детей главная пара страны оставила с нянями в Юрмале, где супруги на лето снимают дом. Вдоль перрона была расставлена полиция и охрана. Всего около 10 человек. Они не давали возможности обычным пассажирам подойти близко к Пугачевой за автографом или фотографией. Хотя несколько журналистов проводить певицу все-таки приехали. Артистка была одета очень просто, но стильно. В короткую мини-юбку, молодежную футболку и белоснежные кеды. И в свои 68 выглядела юной девушкой. Завершала образ сумочка через плечо и темные круглые очки. 26 июля в 10:17 утра Алла Борисовна приезжает на Рижский вокзал. Придет в себя после 17-часовой дороги и уже 27-го будет гулять в Подмосковье на свадьбе у старшего внука Никиты. Ну а 29 июля народная артистка прибудет в Баку, где в рамках фестиваля «Имена Агаларова жара» состоится ее творческий вечер. На сцене будет блистать не только сама Пугачева, но и другие звезды, которые перепоют ее хиты. Спасибо за просмотр! Делитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. Пока-пока!